Приветствую вас, друзья! У нас прогноз с 1 по 15 февраля для Овнов. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что ожидает представителей знака зодиака Овен с 1 по 15 февраля. На Кипере мы посмотрим сюрприз или неожиданность. Также мы получим советы у тараканов. Настраивайтесь на получение информации. Задайте вопрос во Вселенную, что меня ждет с 1 по 15 февраля. Назовите свое имя, дату рождения. А я настроюсь на вас. Что у вас будет происходить в начале февраля? Что ждет вас в личных отношениях для тех, у кого они есть? Для тех, кто в поиске любви, ваши перспективы. У вас рыцарь перешел. Паж перешел в рыцаря. Рабочие моменты, карьера, бизнес, у кого есть. Кто в поиске? Финансы. Ой, я надеюсь, нас последние две карты не подведут. Так, что вам ждать от этого периода? Угу. Совет Таро или предупреждение для вас? Угу. Колесо фортуны. Так. Но колесо фортуны – это удачный шанс поменять свою жизнь. Но у вас тут потрясающие карты. Это может касаться и любви, отношений. Это может касаться для кого-то беременность, свадьба, переезд. Какие-то финансы придут, причем очень крупные. Но также это с работой у вас тут связано. С работой потрясающие карты. Да, вот немножечко нам подпортила картину. Вот эта карта. Ну, мы ее сейчас посмотрим. Да, смотрите, колесо фортуны – это удачный шанс к переменам. Это может быть хорошая финансовая прибыль, ну, или решение какого-то вопроса. Ну, а связано это, может быть, я уже сказала, с чем угодно. Это улучшение текущего положения вещей. Для тех, кто искал работу, может найти работу. Для тех, кто был в поиске отношений, да, встретит, познакомится, влюбится. Но также это удачный шанс для тех, кто в отношениях или в браке. Входите вы, конечно, это вот эти две, это ваши карты. Ну, Паж Жезлов может показывать ребенка, когда мы решаем вопросы детей, может быть, какие-то курсы, секции. Но еще у нас это дороги, это направления, это какие-то идеи и мысли, которыми мы загораемся. Конечно, это может быть связано с работой, бизнесом, с отношениями, но также с какими-то домашними делами. Например, у кого-то здесь, то ли здесь вы будете менять недвижимость, то ли вы здесь начнете какой-то ремонт, строительство, может быть, дачи или там дома, например, загородного. Еще Паж Жезлов – это позитивные новости, начало новых отношений, да, которые уже перейдут из Пажа в рыцаря. То есть это уже зрелость отношений. У кого-то здесь или зачатие, да, больше зачатие, потому что туз пентаклей у нас – это зерно. Зерно, которое мы зарождаем. Ну, если вы не планировали беременность, то, значит, будьте аккуратней. Хорошо, для тех, кто в браке, да, здесь вот для кого-то может быть еще решение вопросов с жильем.
Здесь может быть получение крупной суммы денег. Может быть, кто-то что-то продаст, кто-то что-то купит. Потому что и здесь у нас тоже десятка кубков. Это ведь тоже дом полная чаша. Ну, для кого-то здесь зачатие, для кого-то траты на свадьбу. Ну, туз пентаклей, свадьба. Может быть, здесь я говорю, кто-то получит материнский капитал, кому-то одобрит ипотеку, кто-то подарок получит, да. Да, может быть, конечно, все-таки у нас на деньги легла десятка, может быть, кто-то получает предложение руки и сердца. Ведь иногда туз пентаклей говорит об очень крепких отношениях, которые переходят в брак. Так как у нас десятка легла здесь, конечно, она здесь лечь не могла. Да, ну, шанс больших материальных возможностей. Хорошо, для тех, кто в поиске, да, здесь вот начало нового страстного романа. Тут, если меня мужчины смотрят, вы будете покорять какую-то даму. И карта говорит, может быть, знакомство в начале февраля, которые уже придут на более зрелый уровень. А, рыцарь жезлов, ну, мужчины будут сами кого-то покорять, ну, а дамы встретят такого жаркого, горячего рыцаря. Да, карта говорит, это новый партнер, о котором можно только мечтать, но не стоит его идеализировать. Работа. Ну, работа здесь, конечно, перемены. 20-й старший аркан – это для тех, кто работает или у кого бизнес, карьера. Здесь перемены к лучшему. Здесь, если в бизнесе были какие-то трудности, проблемы, то карта говорит, вот колесо фортуны – то ли вам кто-то поможет, то ли вы сами сможете переломить эту ситуацию, то здесь идет улучшение. Здесь может быть повышение по должности, повышение зарплаты, награда какая-то, премия крупная. Может быть, вот эта премия, которая поможет вам что-то реализовать уже в вашем доме, в вашей семье. Если это частный бизнес, это преодоление трудностей. Опять же, может быть вот какой-то удачный шанс получить хороший заказ, крупный проект. Еще здесь, может быть, станет вопрос сменить работу. Может быть, вот пятерка-то мечей говорит, что вы тут задумаете начать новое дело. Может быть, какой-то семейный бизнес или присоединиться к какой-то слаженной команде. Это люди, с которыми вы можете добиться очень больших успехов. Но тут вам будет и работа сама нравится, и коллектив. Может быть, вы задумаете сменить работу. Но пятерка может говорить, что вас не будут отпускать. Но выход из ситуации вы найдете. Поэтому все предложения, которые вам поступят, обязательно рассмотрите. А для тех, кто в поиске работы, здесь ложится императрица. Императрица говорит, если вы сейчас беременны какой-то идеей, каким-то проектом, замыслом, вы что-то хотите начать, вот сейчас самое время. То зерно, которое вы посеете, да, если вы над этим урожаем будете работать, то он вас порадует. Вот у вас будет удачный шанс, может быть, при помощи семьи или каких-то родственников, друзей, начать какой-то бизнес. Может быть, это частный бизнес, может быть, какой-то проект. Здесь у вас могут появиться очень много возможностей, вариантов для реализации. Как-то сложится так обстоятельства вот по колесу фортуны. Но я говорю, может быть, вы найдете что-то, что вы сами хотели начать, но вот, может быть, какое-то предложение поступит. Ну, финансы здесь у нас карта показывает. Вот дом полная чаша. Тут или кто-то будет готовиться к свадьбе, трату туда. У кого-то может быть зачатие, беременность, может быть, на это тоже нужны деньги. У кого-то решение вопросов с жильем, покупка, продажа, переезд, нахождение очень хорошей работы, то есть стабильный заработок, финансовое благополучие, вообще эмоциональное удовольствие вот финансами, да, тем, что у вас есть. Так, ну давайте вот эту пятерку мечей уточним. Но опять же, если даже с кем-то война или конфликт произойдут, все равно вы этот вопрос разрешите. Ясность вы внесете. Я говорю, может быть, кого-то не будут отпускать со старой работы, например.
Да, пятерка мечей не очень приятная карта. Еще она иногда говорит, это когда мы есть у нас какая-то цель, вот человек бьется, бьется, предпринимает очень много усилий, а результата нет. Так, ну давайте уточним пятерку мечей. С чем у нас тут связано? Я говорю, с получением новой работы, с переездом. Вот с кем вы будете воевать. Но в любом случае, какие-то, вот как в совет, да, вы будете подписывать какие-то документы, принимать решения. Да, во-первых, тщательно проверяйте эти документы, чтобы не закралась какая-то ошибка. Ну, опять, колесница может говорить о преодолении вот этих вот разногласий с кем-то. Или, как я говорила, вы бились-бились, результата не было, но вы этот вопрос решите. Да, тут еще пятерка может говорить ультиматум. Например, вы были в отношениях, туз пентаклей я не могу уточнить, а вы были в отношениях, может быть, человек был не свободен или просто мужчина не принимал решения, да, его все устраивало. А женщине уже хочется свадьбы, уже официальное заключение. Но тут вам нужно будет предъявить ультиматум, выбирай, или мы женимся, или мы расходимся. Ну, скорее всего, все решится в вашу пользу. Ну, вот вы смотрите, да? Туз мечей у нас идет как совет от Таро. Ну, она еще может говорить, что туз мечей иногда показывает назревающий конфликт. Если вы понимаете, что без этого вы не можете добиться желаемого, значит, нужно на этот конфликт идти. Да. Ну, а если есть возможность преодолеть, значит, постарайтесь этого избежать. Ну, я говорю, может быть, это касается тех, кто захочет уйти с работы, и вас не будут отпускать. Да, вот, ну, придется здесь настоять на своем, может быть, поругаться, поконфликтовать с кем-то, чтобы этот вопрос решился. Хорошо, давайте посмотрим, сюрприз или неожиданность для овнов с 1 по 15 февраля. Сюрприз или неожиданность. Ну, тут, смотрите, хочется сменить статус, для мужчин больше, наверное. Хочется найти хорошую работу с хорошей зарплатой. Да, вот эта бедность, она убивает, да? Но тут хай-она – это залп в вашу честь, это добиться результата, добиться желаемого. Но самое главное, да, думать-то думайте, но вот не уходите как бы в негатив. Тут или эта карта показывает вас, что вы преодолеете вот эту бедность, когда нехватка финансов, нет работы, получите хорошую работу, или вот богатый мужчина, это может быть с кем вы начнете какой-то проект. Тут еще у нас Great Fortuna, да, вот колесо фортуны, вот удачный шанс, вот у вас два колеса фортуны. Тут может быть карта показывает, вы находите хорошую работу, становитесь обеспеченным человеком. Или здесь при помощи кого-то вы преодолеете какие-то трудности. Ну, может быть, это кто-то ваш родственник, может быть, отец для кого-то. Тут или это вариант с работой, или это вот с этим тузом пентаклей, может быть, что-то связано с переездом, сменой места жительства, покупка по продаже своего жилья. Это карта успеха. Но еще это карта признания, признания вас как специалиста. Хорошо, давайте еще посмотрим совет для овнов с 1 по 15 февраля африканского оракула. Так, это у нас дуб. Сейчас.
Уделите больше внимания тем вещам в своей жизни, которые по-настоящему важны, и не обращайте внимания на незначительные проблемы. Не переживайте и не беспокойтесь по пустякам, и не тратьте время на мелочные переживания. Не торопитесь, у вас достаточно времени. Давайте еще получим для вас совет от оракула «Магические врата» Овны с 1 по 15 февраля. Стой на своем. Я человек порядочный, мужественный и сильный. Сейчас. Вам нужно постоять за себя и не сдаваться. Постоять за тех, кто не может самого себя защитить. Верьте в себя и твердо отстаивайте правое дело. Вы – сила добра. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. До свидания.